Доброе утро, друзья. Едем на работу. Сегодня у нас со Светланой очередные две годовщины. Ну так, юбилеем не назовешь, но вообще 22 ноября в нашей жизни большой день. Сразу два ярких события произошли. Значит, первое, это мы когда-то поженились, 41 год назад, можете себе представить. Многие еще столько не жили, а мы вот поженились. Я, честно говоря, даже не помню сильно, когда я был уже живой, но, допустим, и помнил себя, но чтобы Светы рядом не было. Вот это я с трудом припоминаю. Ну, в школе учился, конечно, там мы молодыми женились, мне было 19 лет, Свете 18. С ужасом думаю о родителях наших, как они, наверное, это перепугались и там переживали за нас. Ну, давайте поверну от солнышка камеру. Вот. Ну, что теперь? А так вроде нормально получилось, ну что. Вторая дата, мы в этот день улетели из СССР на ПМЖ. Вот так. Сели в самолет и, что называется, были таковы, да. Хорошая фраза, был таков, да, в один день. В принципе, Светлана, когда билеты покупала на самолет, она немножко подшустрила в этом плане. То есть там, ну, в пределах недели, там плюс-минус там несколько дней, там был какой-то выбор, но она из этого выбора выбрала 22 ноября, потому что ей так понравилась идея совпадения этих дат. То есть она немножечко рукотворно, вот так получилось. Стало у нас меньше праздников, друзья. Вот так мы теперь вместо двух праздников у нас теперь один, но большой и мощный. И вроде как годовщин никаких нет, там юбилеев, но все равно приятно. В прошлом году мы там праздновали 40-ю годовщину. Вообще прошлый год, вот, ну, да, такой интересный был. И 60 лет мне вот в апреле было, и годовщина свадьбы, и все так в течение одного года. Не календарного, но такого, как бы, реального. И надо сказать, что вот мы здесь уже 26 лет, да, сегодня 26 лет, как мы живем в Соединенных Штатах. И постоянно вот это чувство у нас, оно неприходящее. Что вот еду я на работу, да, смотрите, вот я еду по работе, я балдею. Вот это балдеж не пропадает. А вот я балдею, еду по Америке. Это здесь еще как бы улочка, и тут светофор, вот мы стоим там. А когда по хайвею, и так вот тут живописные хайвеи такие есть. Вот, ага. Тот, что по левую руку от меня, там совсем рядом, 280-й хайвей, он такой среди гор, холмов. Там водоем какой-то есть, там чуть подальше. И такая перспектива, горизонт. Вообще потрясающе. И вот мы когда едем, мы каждый раз говорим, эх, по Америке едем. Вот это чувство не уходит. Вот этой восторженности и удовольствия, что ли, от жизни и так далее. Вот такая у нас американская житуха получилась. И это было с первого дня. Это не было вот, что чего-то у нас в жизни такое произошло, мы чего-то такого добились, и нам стало нравиться. Нам с первого дня нравилось. То есть мы еще были напуганные, перепуганные, пыльным мешком советским долбанутые. Приехали в Нью-Йорк, и уже какой-то балдеж такой был. И, наверное, этот балдеж в значительной степени был связан с тем, что в Нью-Йорке было тепло. 22 ноября, 23-го в Нью-Йорке было тепло, градусов 16, 17, 18, вот такое вот. А из Москвы мы вылетали, ну, кстати, вот там за несколько часов до этого, ну, там за 12, и даже там за целый день. Мы вылетали, там снежок шел, такая поземка мела. Вот, и тут бах, ты в лето попадаешь, это было вообще потрясающе. И вот с тех пор мы так и балдеем. Да, я, честно говоря, даже немножко подзабыл об этих датах. Они какие-то такие не круглые
и не то, что ты заранее готовишься, и там что-то у тебя происходит в сознании, но с утра пошел в Skype, и зрительница наша в Skype написала, говорит, вот, поздравляю вас с вашими там годовщинами. Я думаю, эх, мать честная. Думаю, точно, это же прям сегодня. А я вчера еще, знаете, до 11 вечера урок вел, там разговоры, тары-бары, домой пришел к 12, там пока то да сё, значит, в час спать пошел. Тут с утра проснулся уже такой, ну, как бы не помню ничего. И вдруг так, раз, сообщение в Skype. Я думаю, эх, у нас сегодня даты, и мы со Светланой так, ну, парой слов обменялись на этот счет. И, как сказать, пришли к согласию о том, что нам друг с другом повезло. Вот как-то так получилось по жизни. Хотя это больше Светина заслуга, потому что я-то мирно пасся. И понятно, что там в 19 лет о создании семьи не помышлял. Но она так на меня налетела, закрутила. Она меня проинтуичила заранее, понимаете, она меня заказала в детские годы, вот чтобы вот такого. Вот, и тут я на нее, когда это, ну, свалился, ну, в смысле, предстал перед ней, вот, она поняла, что это судьба. И все, и вот так вот. И таки да, слушайте, 41 год. Ой-ой-ой, так, думаешь, надо же. В общем, такая вот, друзья, везуха получается. Чего вам всем тоже желаю. Не всегда получается, конечно, это даже не знаю, что сказать. Да, ну, тем не менее. Люди странным образом, таким непонятным, сходятся и таким же непонятным расходятся, я даже не знаю. Хорошо, когда уже там много лет прошло, и так назад смотришь и думаешь, смотри как. Вот, теперь можно какие-то выводы делать, но когда живешь жизнь, ты же не у тебя нет тех выводов, которые ты сделаешь там когда-то. Я неоднократно слышал от разных людей вот истории о том, как мужики, там, третья, четвертая жена, и вот они там рассуждают, что так если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, так я бы тогда с первой не разводился. Понимаете, человек искал решение своих собственных проблем в том, что он жену менял, а проблема в нем была вот эта неудовлетворенность и не помогала. Ну что же, значит, так я вот рассказал и, можно сказать, поделился. А поделился, потому что зритель написал. Еще вчера в комментариях тоже пару человек там писали, но я просто вчера не мог прочитать. Я урок вел, там занят был, не до этого. 22 ноября в России и Украине раньше наступает, чем у нас тут на полсутки. Поэтому там люди сообразили, там кто за нами следит внимательно, там книжку читал. Вот, ну, а мы так. Все, спасибо тем, кто помнит и там поздравления всякие шлет. Это очень трогательно на самом деле, знаете. Очень трогательно. Вот, так что, чтобы, давайте такой тост под конец забабахаем. Значит, чтобы те, кто хочет в Америку, чтобы попали в Америку. Те, кто хочет, чтобы семья была крепкая и на всю жизнь. Чтобы у них была и крепкая, и на всю жизнь. И это все в наших руках, в общем-то. Так что, вот за это и, можно сказать, утренний тост. Счастливо!